Анна и Мария, подруги и коллеги по творческому цеху, с сегодняшнего дня перешли, можно сказать, на круглосуточный режим работы. Готовятся к Международному женскому дню. Девушки – участницы благотворительного фестиваля рукодельных подарков «Весенний первоцвет». 3 дня с 5 по 7 марта в торговом центре «Европа» будут учить всех желающих делать милые и красивые вещи своими руками. Кто-то первый раз пробует, у них горящие глаза. Это всегда приятно видеть, когда люди: «Я сделала это сам, неужели?» То есть сначала вроде посмотрят: «Не, я не смогу, нет». А потом так удивляются, так радуются, так приятно видеть, как люди расцветают просто от того, что они сделали своими руками красоту. Помимо мастер-классов, на ярмарке можно будет приобрести уже готовые подарки к 8 марта. Организаторы обещают, что выбор будет не просто большим, а по-настоящему богатым. Шитье, вязание, бижутерия, фотоальбомы, открытки и классика жанра – цветы и конфеты. В каждом цветочке здесь по одной вкусной конфетке. Каждая женщина любит цветы и любит сладкое. И мужчины на 8 марта и на любые другие праздники первое, о чем задуматься, какой подарок, это именно цветы со сладким. Здесь это 2 в 1, и что самое приятное, что такие цветы, они не вянут и могут долго стоять дома в интерьерной композиции и радовать глаз. Фестиваль рукоделия «Весенний первоцвет» – это еще и помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Часть вырученных средств будет перечислена в общественную благотворительную организацию «Доброе сердце Хакасии». Ярмарка будет работать все предпраздничные дни с 5 по 7 марта в Абакане в торговом центре «Европа». Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин, «Вести», Хакасия.